Девочки, я 100% уверена, что наши собаки победят на выставке. Конечно, они победят. Кстати, Диана, какую прическу мы будем Бонни делать? Ну, ты видишь, он такой, лысенький. Мне кажется, просто расчесать? Да, просто расчесывайте. А, хорошо. А вот Тедди, может быть, хвостик какой-то надо заплести. Кстати, можно. Да. Какой красивый будешь, Бонни. Диана, кто это? Звонит. Угадайте. Дима! Я надеюсь, ты трубку брать не будешь? Нет, конечно же нет. Все, девочки, сегодня мы гуляем с вами. Пусть со Скотти и Аватти дальше. Гуляет. Так, Тедечка, такой красивый мальчик. Дима, ну что? Ты ничего, уже 10-й раз звоню, она трубку не берет. Дима, знаешь, мой тебе совет, не звони ей. Костя, что значит не звонить? А как мы встретимся? Знаешь что, Дима, не звони ей, захочет сама позвонит, она нашла здесь принцесса. Артем, что значит не звони? Я хотел сегодня погулять с Дианой вообще-то. Опять с Дианой, а мы тебя чем не устраиваем? Костя, вообще-то у нас любовь. Да, любовь, что она от тебя даже трубку не берет. Ну, Дима, не расстраивайся, сегодня гулять с Дианой не судьба, будем гулять вместе. Стоп, пацаны, что? Я знаю, как позвать Диану гулять со мной. Алло, Дима, ты здесь? Здесь только я и Костя. Забудь уже про эту Диану. Да, реально, может хватит уже? Диана, уже надоел со своей Дианы. Так, пацаны, у меня есть план, и вы мне поможете. Дима, что? Чем мы тебе поможем? Знаешь что, Дима, ты уже реально надоел. Пацаны, последний раз прошу вашей помощи. Обещаешь? Обещаю. Так, все, девочки, Тедди готов. Боня тоже. Так, смотрите, Боня на выставке держать только вот так, смотрите. Вот так вот, угу. Вот так покрутить его нужно обязательно, ага. Мы тебя понимаем. Мне кажется, девочки, победит Тедди. В смысле Тедди? Так, Ля-Ля, ну тихо, победит и Боня, и Тедди, они у меня самые красивые собачки. Ля-Ля, вообще-то да, у нас самые лучшие песики в мире. Пацаны, ну сколько вас можно ждать, давайте быстрее уже. О, пацаны, наконец-то, давайте быстрее уже. Держи, Дима, только с коляской осторожно, а то мне сестра потом не знает, что сделать. Дима, смотри, какую куклу принес. Коллекционная кукла моей бабушки. Только с ней осторожно, а то если с ней что-то случится, мне от бабушки прилетит. Артем, чем прилетит? Чашкой? Все, пацаны, давайте фоткаться, нету времени. Фоткаться? Так, Артем, давай, да, фоткаться. Дима, ты не говорил, что мы будем фоткаться? Ну все, давайте, фоткайте уже. Ладно, сейчас пофоткаем. Костя, ну что, сфоткал? Есть. Хорошо, а теперь вот так. Есть. Окей, это фото Дианы слезит на повал. Так, Костя, давай. Есть, класс, отправляю. Подождите, вы сейчас Диане фотки собираетесь отправлять. А что вы скажете, у Димы ребенок появился? Точно, а как мне фото подписать? Подпиши, что у Димы родилась только что родная сестра. Точно, напиши, что ты поздравляешь Диму с рождением сестры. Окей. Все, отправляю. Думаешь, сработает? Диана сейчас к тебе прибежит. Артем, я знаю, как она любит детей. Сейчас как миленькая прибежит. Боже, Диана, что ты на него так смотришь? Что ты там пытаешься уже его найти? Так, чтобы зубки были ровные и не было никакой асимметрии. Девочки, а ну-ка идите сюда. Что? Диана, посмотри. Это Дима. С коляской? Это он выставил Инстаграм? И его все поздравляют, что это, что у него родилась сестра родная. Сестра? Ого, сестра. Я ее так девочки, рада. Так он мне и звонил, потому что хотел сказать, сестра. Что у него сестра родилась. А ты трубку не взяла. Да скорее перезванивай, поздравляй. Да. Боже, девочки, вы даже не представляете, как я могла быть такой глупой. Точно, надо было ему сразу ответить. Он сейчас еще обидится на меня. Что будет? Все будет хорошо. Звони скорее. Алло, Дима, привет! Слушай, я была занята, не могла ответить. Я видела, у тебя сестричка родилась. Поздравляю, да, круто. Гулять с тобой, конечно же, пойду, да. А куда идти? Диана, спроси, а сестричка с ним будет? Сейчас, Жужа. Дима, а сестричка с тобой будет? Будет, класс, как я люблю маленьких детей. Так, ну все, я тогда скоро приду. Да, буду с ней играться. Ага, да, хорошо, все, пока. Давай, до встречи. Будет и сестричка, так все, девочки. Мне надо срочно собраться, я нормально выгляжу? Да, нормально. Круто. Все, отлично. Девочки, я, конечно, все понимаю, но там было написано в посте, что его сестра только родилась. Это вообще нормально, что он уже ее подкидывает, гуляет? Ля-ля, ты ничего не понимаешь? Он просто любящий брат, который любит свою маленькую сестренку. Вот и гуляет с ней. А ты сразу, вот он ее подкидывает. Не подкидывай, просто держит. Так, все. Дима, ну что? Все, пацаны, она в шоке, что у меня сестра родилась. И теперь она пойдет со мной гулять. Хорошо, Дима, мы с тобой. Пацаны, в смысле? Я же хотел с Дианой пойти погулять. Дима, ты хоть коляску умеешь качать? Да, Артем, конечно. Дима, ты что, Диана как увидит, сразу поймешь, что там ребенок не настоящий. Меня сестра вот так качает.
Да, можно еще вот так. И еще песню спеть. Баю-баюшки-баю. Так, Артем, я все запомнил. Баю-баюшки-баю. Дима, еще, чтобы Диана не поняла, что здесь кукла, делай вот так. Ути-пути-пути. И можно чаще. Ага, Артем, хорошо. Ути-пути-пути-пути. Ну что, Дима, все запомнил? Да, пацаны, все запомнил. А теперь уходите, сейчас Диана придет. Ладно, Дим, мы пойдем. Пойдем. Костя, давай будем заниматься. Все, пацаны, иди. Давайте увидим. Да, давай. Будет самое интересное, когда он будет это делать. Ути-пути-пути. Да. Все, девочки, я побежала. Приду, все вам расскажу. Как все прошло? Пока-пока. Стоп, девочки, а почему мы должны сидеть здесь ждать, пока она придет, что-то нам расскажет? У меня есть идея, пойдемте за ней будем следить. Да, точно, проследим, да. И узнаем. А вдруг еще неправду скажет. Ну да, все, пошли. Боже, Дима, это так мило! Дима! Диана, привет! Дима, привет! О, это так мило! Так, стоп! Дима, что? Диана, сглазишь еще! Ну ладно, Дим, а куда мы пойдем? Как куда? На площадку! Ути-пути-пути-путь! О, это так мило, Дима! Так сестру любишь! Ладно, давай, пойдем. Машина едет, подойди! Ну что, Костя, видишь, на площадку пошли. Да, пойдем, будем за ними следить. Пойдем. Девочки, видите, Дима точно со своей сестричкой. Ага, пойдемте проследим за ними. Только тихо. Да. Баю-баюшки-баю, пути-пути-пути-путь. Баю-баюшки-баю, пути-пути-пути-путь. Слушай, Дима, может не надо так часто делать ребенку? Пусть поспит. Диан, мне мама сказала так делать, и как можно чаще. Ладно, а как, кстати, зовут сестричку твою? Пуля. Пуля? Ой, не Пуля, Юля. А, Юля, я. Да, Юлечка. А вы что здесь делаете? За Дианой. А мы за Димой. Так давайте вместе следим. Давайте. Только тихо. Слушай, Дима, а твоя сестричка когда родилась? Сегодня? Да, вот час назад. Час назад? И тебя мама так сразу отпустила с ней гулять? Диан, я ее обрадую, что не имею права с ней погулять пойти. Ты имеешь? Баю, баюшки, баю. Пути-пути-пути-пути. Ну, молодец, все запомнил. Ну, не до такой же степени, Диана сейчас все поймет. Пацаны, а что вы поймете? Ну, ничего. У Димы такая сестра классная. Мы уже няньки. Баю, баюшки, баю. Пути-пути-пути-путь. Баю, баюшки, баю. Пути-пути-пути-путь. Так, Дима, хватит уже. Она у тебя уже давно спит. Она ни разу не пискнула. Зачем постоянно вот это баю, баюшки, баю, ути-пути-пути? Диан, я опытный. Мне мама сказала, как делать. Вот я и делаю. Не учи меня. Вообще, ты тоже опытная. У меня как бы сестра уже почти 7 лет. Баю, баюшки. Боже, мне кажется, или Дима уже чуть-чуть от того, что у него появилась сестра? Он просто счастливый от того, что у него сестра появилась. Баюшки, баю. Дима, слушай, ну можно хотя бы я покачу? Диана, нельзя, я сестру свою никому не доверяю. А что я могу такого плохого баю, сделать? Баюшки, баю. Ути-пути-пути-пути. Смотрите, на площадку идут. Вот Дима сестру любит. Ага, настоящий брат. Так что давайте быстрее, потому что они сейчас уйдут. Так, только тихо. Так, Дима, стоп. А ты помнишь, ты мне мороженое обещал купить? Да, куплю. Ну так иди, вот магазин. Стоп, Диана, коляска. С коляской в магазин я не заеду, там дверь узкая. Дим, ты вообще тютюш? С тобой сегодня все окей? Я постою с коляской, а ты пойдешь в магазин. Не-не-не-не, Диан, я свою сестру тебе не доверю. Дима, я не буду подходить к коляске и к твоей сестре. Я просто постою вот здесь и присмотрю издалека за твоей коляской. Да, Диан, ну ладно, только поклянись, что ты не будешь заглядывать в коляску. Ну да, Дим, прости, я же глазливая, сглажу твою сестренку. Ладно, Диан, не обижайся, какое тебе мороженое купить? Светофор. Хорошо, тогда я пошел. Только, Диан, не заглядывай в коляску, пожалуйста. Капец, не заглядывай в коляску. Как-то он себя странно ведет. Артем, Костя, что? Зачем он Диану оставил с коляской? Она сейчас, как увидишь, там кукла, это все, капец. Девочки, походу, Диана с Димой поссорились. Так, Роша, посмотрим, что будет дальше. Все, девочки, не шумите, наблюдаем дальше. Ой, как похолодало на улице. Где там Дима? Слушай, малышка, сестренка Дима, тебе там случайно не холодно? Я бы тебя, конечно, укрыла одеялком, но Дима боится, чтобы я тебя не сглазила. И вообще, как я могу тебя сглазить? Здоровье ребенка прежде всего.
Капец, Диана в коляску заглянула. Что сейчас будет? Костя, что делать? Артем, не знаю, сейчас будет. Наверное, Димина сестренка заплакала. Вот видите, Диана коляску открыла. Да, и мы сейчас увидим Димину сестренку. Нормальная у Димы сестренка. Такая нежная и совсем не кукла. Диана, ты зачем заглянула в коляску? О, Дима, ты уже вернулся. Такая классная у тебя сестренка, такая миленькая. Интересно, и как тебе только не надоедало петь постоянно песни «Баю-баюшки-баю» и «Ути-пути-пути» говорить? Это же кукла! Дима, и как ты мне это все объяснишь? Капец, вы видели? Ага, это не Дима сестра, это кукла. Пойдите ближе посмотрим. Да, пошли. Капец, Дима попал. Как он мог так проколоться? Артем, давай, надо идти Диме на подмогу. Пацаны, а вы об этом знали? Девочки, подождите, нам надо Диме. Диан, подожди, главное не нервничай. Дима, в смысле не нервничай? Ты знала, что я люблю маленьких детей, и поэтому выманил меня таким образом на свидание. Держи свою куклу. Диан, ты еще мороженое будешь? Я не поняла, а вы что здесь делаете? Вы что, следили? Да нет, Диан, мы вот здесь гуляли, вот пацаны нас на свидание пригласили. Диан, возьми светофор. Дима, какой светофор? Оставь себе, я хочу побыть одна. Все, всем пока. Дима, ну ты и глупый. Да, как можно было попасть? Что значит глупый? Я же не знал, что она заглянет в эту коляску. Стоп, пацаны, а вы это все знали? И вы это все вместе придумали? Ну, Диме же надо было как-то Диану выманить на свидание. Вот мы и помогли ему. Ага, помогли. Теперь Диана точно от меня трубку не возьмет. Ну, Дима, мог бы что-то получше придумать. А куда ты куклу и коляску денешь? Ну, куклу Артему отдам, а коляску Косте. О, Артем, так ты еще в куклы играешь? Это бабушка. А ну покажи, какая у тебя кукла. Посмотрите на девочку, как зовут Артем. Гаврюша. А ты веришь, что это бабушка? Нет, бабушка придумала. Да-да-да. Да-да, правда. Да, по ночам ты. Ну да, это бабушка.